Перед Кабмином в очередной раз стоит задача улучшать инвест-климат в стране. Все факторы, которые на него влияют, сегодня в рамках своего послания президент поручил устранить. Между тем, финансовые эксперты согласны с президентом и заявляют, что показатель инвестиций в Казахстане падает. По последним данным Нацстата, цифра не превышает 11% ВВП. По словам экспертов, это самый низкий показатель за весь период независимости. Поэтому аналитики уверены, что Кабмин должен сделать работу над ошибками или, наконец, пройти ликбез по привлечению инвестиций. Знаете, среди чиновников нужен такой инвестиционный ликбез. Вот, ликбез – это ликвидация безграмотности. Да? Вот здесь надо чиновников не только требовать от них, но и обучать их. Там посмотришь, какие механизмы. 4-5 механизмов. Мы дадим налоговые льготы, мы запустим механизм ГЧП, специальные экономические зоны. Но это только часть. А другие, они либо чиновники не знают, что это можно использовать, и не обязательно все только налоговые льготы раздавать. К сожалению, этого ни в программных документах мы не видим. И слушать они никого не хотят. Кроме того, по словам экспертов, позитивно на инвест-климат в стране должно повлиять поручение президента сформировать понятный бизнесу список преференций и льгот, поскольку сейчас у государства больше сотни мер господдержки предпринимательства, но запутаться в них может даже самый сильный специалист. Конкретно в своем послании глава государства остановился на среднем бизнесе. Он напомнил, что сейчас доля среднего предпринимательства в экономике около 7%. До 2029 года цифра должна подняться до 15. Такое поручение Касым-Жомарт Токаев давал еще в начале года. Подразумевалось, что Кабмин выработает целый пакет мер. Но этого, по словам президента, до сих пор не было сделано.